програма «Це вас хвилює» в студії Нелі Толмач. Традиційно у цій порі ми піднімаємо найактуальніші питання зі сфери здоров'я людини. Вашій дитині поставлено діагноз «танзеліт». Далі з вашим дільничим лікарем ви складаєте певну схему лікування і профілактики цього захворювання. Але що треба знати на цей момент про це захворювання, як попередити розвиток хронічної форми, про це та багато іншого, сьогодні ми говоримо з досвідченим експертом. У нас у студії завідувач лор-відділення Миколаївської обласної дитячої лікарні Микола Сергійович Марусіч. Микола Сергійовичу, я вітаю вас у нашій студії і дякую, що ви сьогодні з нами. На самом деле, танзелиты – это очень распространенное заболевание, но давайте мы немножечко предупредим ситуацию, что же способствует развитию этого вида заболеваний, к какому широкому более виду это заболевание относится. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Спасибо за приглашение. Острый танзелит относится к заболеваниям верхних дыхательных путей. Это группа острых респираторных заболеваний. Это самые распространенные заболевания, которые встречаются у детей, да, и взрослых. Примерно где-то около, по различным источникам, около 15% всей патологии, которой болеет наше человечество. Оно вызывается вирусами, микробами и грибами. Вирусы – это у нас в основном, я немножко так веду курс событий, то есть, чтобы наши зрители понимали, о чем мы говорим, не только об остром танзелите, но и о том, какое место он занимает среди всей этой распространенной группы. Значит, вирусы – это бывают 5 видов. Это грипп, парагрипп, аденовирус, риновирус и риносинтициальный вирус. Ну, отдельно ротавирусная инфекция – это кишечная группа. И каждый вид вот это имеет где-то около 50 подвидов. Вы представляете, сколько надо времени, чтобы переболеть этими заболеваниями, это около 300 видов-подвидов, чтобы получить стойкий иммунитет. И, конечно, ребенок где-то в среднем, по нашим данным, заболевает острым респираторным заболеванием в течение года примерно 5-6 раз. И наша задача, я хочу нацелить внимание родителей, что дети болели, болеют и будут болеть. И еще такое скажу слово, что они должны болеть, потому что только при заболевании вирусных, при таких заболеваниях ребенок получает настоящий иммунитет. Пожизненный иммунитет на определенный вид или подвид острого респираторного заболевания. Наша задача как врачей, но самое главное, задача родителей, потому что они больше знают о жизни, повадках своих детей, о том, чем они болеют, и потом доносят к нам. Значит, надо всецело смотреть на ихние жизнь и доводить до нас врачей. Среди всех заболеваний респираторной инфекции острый танзелит занимает определенное место. Конечно, его немного, и он составляет где-то, если взять эти 15%, то где-то 3-4%. Николай Сергеевич, извините, да, пожалуйста, я вот хотела бы поинтересоваться. Вот вы говорите, что ребенок должен болеть, да? Но какое количество вот раз заболеваний в течение года это в норме? И какое уже превышает норму? Ну, норма сейчас не выработана нашим медицинским сообществом. Вообще-то, если взять американскую статистику, то заболевания 10 раз в год, они считают это обычным делом. Когда-то у нас была особенная группа, выделялась педиатрами, нашими ведущими, часто болеющие дети. Да, есть такое. Часто болеющие дети. Сейчас многие наши ведущие ученые на это не обращают внимания, ну как не обращают, не ставят ее в главу угла, другие еще ставят вот эту в главу угла. Почему они должны болеть? Вы задали вопрос, потому что они, во-первых, я повторюсь, получают хороший иммунитет. И второе, наша задача врачей не допустить, чтобы это острое респираторное заболевание осложнялось более сложными заболеваниями, которые могут привести к
даже к смерти. Усугубление. Усугубление, да, и даже к смерти. Николай Сергеевич, итак, вот, например, рассматриваем ситуацию. Ребенку поставлен диагноз тонзиллит. В каких случаях ставится именно этот диагноз? Есть, ну, тут путаница у нас в некоторых статистических данных. Острый тонзиллит, это имеется в нашей международной классификации болезней. Раньше он бывает вирусный и бактериальный. Вирусный – это все эти вирусные заболевания, которые протекают с кашлем, с насморком, с болями в горле. Бактериальный раньше называли ангина. Вот мы и путаем, вот, да? Да, мы путаем немножечко. Ну, мы уже не путаем, но родители путают вот это. Это называлось раньше ангина. Она бывает различных форм. Сейчас это мы не рассматриваем. Это бактериальный фаринготонзиллит или бактериальный тонзиллит, как хотите. Как он протекает? Он, значит, в этиологическом факторе источником заражения – это больной человек, который передается контактным или воздушно-капельным путем. Вызывается он стрептококком гемолитическим, который может приводить к поражению различных органов. Это почечная, мочевыделительная система, сердечно-сосудистая система, иногда нервная система, ревматоидная лихорадка. Поэтому наша задача, как врачей и родителей, определить, вирусный это природы тонзиллит или бактериальный. Если вирусной природы, мы не назначаем антибиотики. Ну, мы не будем говорить сейчас об антибиотиках, потому что это такая тема кричащая. Антибиотиков сейчас больше не производят, они уже так произведены достаточно. Слава Богу, что мы немножко отстаем от Европы и резистентных штаммов микробов у нас не так много, как в Европе. Поэтому, рассказывая о остром тонзиллите бактериальной природы, хочу сказать, что заболевание начинается остро с повышения температуры тела, болей в горле. Самый главный такой симптом, который обращается, по поводу которого обращаются родители к нам, это боли в горле. Повышение температуры тела до фибрильной цифры – это выше 38 и 39 градусов. Увеличение лимфоузлов возле угла нижней челюсти. В отличие от вирусной природы, это лимфоузлы увеличенные и болезненные. Mm-hmm. Если посмотреть горлышко, то мы видим резкую гиперемию, то есть покраснение слизистых оболочек полости глотки, особенно миндалин, и на миндалин имеются такие налеты или гнойные выделения в виде таких комочков или в виде астральных тел, то есть фолликулы воспалены, они разбросаны по миндалинах и мягкому небу в виде таких небольших просяных комочков. При ангине, то есть бактериальном фаринготонзиллите, никогда практически не бывает кашля и насморка. Это присуще только вирусным заболеваниям. То есть клиническая картина, в принципе, ясна. Вот показания родителей и собственного опыта. Ребенок у меня болел неоднократно ангиной. Какова предельная температура? Потому что говорят, что именно вот когда ребенок болеет ангиной, температура очень высокая, до 40 и выше. Ну, вы понимаете, что сейчас достаточно случаев самолечения. Родители пошли в аптеку, фармацевт им дал, или антибиотик. И часто родители путают. Антибиотик не является жаропонижающим средством. И антибиотик действует только на микробное тело. По поводу температуры, в отличие от вирусной инфекции, температура при тонзиллите бактериальном длится более длительно и более тяжело. Но бывает белый, бледная лихорадка и красная лихорадка. Красная более такая положительная в плане выздоровления. Бледная – это за счет сужения сосудов поверхностной кожи. И тут нужно, ну, конечно, я не могу рассказать о всех принципах лечения, потому что это прерогатива врачей, потому что если родители будут самостоятельно лечить,
мы далеко не пойдем. Конечно же. Особенно в этом случае, потому что народная медицина просто пестрит советами, как можно избежать ситуации, как можно ее в какой-то степени облегчить. Николай Сергеевич, кто входит в группу риска, если мы говорим о тонзиллите? Потому что вот два ребенка сидят, да, и, собственно говоря, на одного действует заболевание, и он уже входит в заболевание, а в другого ребенка стойкий иммунитет. Должен еще ответить родителям, что заболевание бактериальным тонзиллофарингитом болеют дети уже после 2 лет. Почему до 2 лет очень редко болеют? Потому что у них еще действует тот иммунитет, который им подарила мама, это плацентарный иммунитет. И потом, с другой стороны, у них еще не развита сильно лимфоидная ткань, и, конечно, болезни микробы любят те ткани, которые уже развиты, если так сказать. Вы сказали по поводу, что там? Как можно определить группу риска? Можно ли группу риска прозондировать ситуацию? Будет мой ребенок болеть? Входит он в группу риска или нет? В группу риска входят дети, посещающие дошкольные учреждения. Почему? Большая, это большой контагиозность там. Второе, это дети, болеющие иммунодефицитными состояниями, дети, болеющие рецидивирующими и хроническими патологическими процессами, дети, получающие гормоны, дети, болеющие сахарным диабетом, дети, получающие супрессорное лечение вследствие онкологических заболеваний. Вот это примерная группа, которая входит. Ну и, конечно, отдельно можно выделить дети, болеющие ВИЧ или СПИД, заболеванием туберкулеза. Наследственная предрасположенность здесь как-то играет роль? Играет наследственная распространенность. Мы это четко прослеживаем, поэтому не зря, когда родители собираются рожать детей, мы, вообще-то это больше всего педиатры, акушеры, гинекологи предлагают родителям санировать хронические очаги инфекции. То есть это кариозные зубы, это хронический или рецидивирующий гайморит или этмоидит, это хронический тонзиллит в том числе, который нуждается в оперативном лечении или в консервативном лечении. Давайте поговорим о лечении. Насколько успешно поддается лечению тонзиллит и какие формы вы все-таки используете в практике? Потому что вот буквально 5 лет назад мамы говорили о том, что если есть форма, например, хронического тонзиллита, то только путем операбельным решалась ситуация. Наля, сейчас мы говорим о остром тонзиллите или хроническом будем? Давайте лечение, форма лечения. Форма лечения. Ну, во-первых, изоляция больного, это первая очередь. Дальше, влажная уборка помещения несколько раз, чтобы разрядить то микробное обсеменение. Третий, постельный режим и, конечно, сразу же антибиотики, потому что это бета-гемолитический стрептококк, который вызывает различные осложнения. Даже если мы с антибактериальным лечением опоздаем на 2-3 дня, мы можем предотвратить опасные для жизни и здоровья осложнения. Антибиотики разные, я не буду вдаваться в подробности сейчас. Это прерогатива уже потом врачей. Десенсибилизирующая терапия, что сняв аллергический фон, орошение глотки различными препаратами, которые и дезинфицируют, и снимают боль. Комплексное лечение. Кроме того, питьевой режим, обильное питье. И еще хочу предупредить родителей, потому что 20 лет назад было распространенное такое лечение полоскания керосином. Слава Богу, сейчас его нет, лодки. Но особенно сейчас наблюдается снятие гнойных налетов. Запомните, что вокруг воспалительного очага образуется защитная пленка, которая включает в себя антитела, лейкоциты, которые препятствуют распространению патологического процесса за пределы нёбной миндалины. И если мы будем снимать, мы можем повредить это и получим сепсис. Представляете? То есть вот такие вот локальные какие-то выделения недопустимы. Недопустимы. И все идет своим чередом на фоне мощной
или рациональной антибиотикотерапии. Понятно. Ну, а полоскание допускается? Допускается, вот, да. То есть вот такое щадящее, да, щадящее полоскание. Форма. Тут различные, хоть отвары трав, хоть другие лечебные препараты, которые вам прописаны, да. Сколько по времени, вот пик заболевания, сколько надо, на сколько времени надо рассчитывать родителю, что ребенка надо держать под максимальным контролем, под контролем доктора? Ну, если антибиотики, включая какую группу, если это аминопенициллины, то есть пенициллинового ряда 10 дней, это минимум. Другого ряда цефалоспорина 7 дней. Ну, считайте, что это 2 недели. 2 недели. 2 недели. Клиническая картина проявляется. И плюс потом реабилитация еще, да. А сколько реабилитация? Ну, я думаю, по-разному. Это все зависит от индивидуального иммунитета ребенка. То есть, когда нас выписывают, собственно говоря, в садик или в школу, дорогие друзья, в этот момент не надо расслабляться, дорогие родители, потому что все продолжается. И ребенок, идя в учреждение школьное, дошкольное, он продолжает сталкиваться с, собственно говоря, контактирует с очагом инфекции, опять-таки в какой-то степени, и мы должны в этот момент ему опять-таки помочь медикаментозно, возможно, дома вот эта вот терапия продолжается. Когда, Николай Сергеевич, происходит вот эта вот форма, хроническая форма заболевания, почему происходит, где-то не доглядели, где-то не долечили, на каком этапе происходит сбой? На любых этапах. И это на этапе ухода родителей, на этапе лечения в лечебных учреждениях. Я еще скажу, что и зависит от индивидуального иммунитета, который подарили ему родители, которые сам он когда-то приобрел. Ну, если мы ниже немножко коснемся проблемы профилактики и профилактиков там. Значит, хронический тонзиллит – это инфекционно-аллергическое хроническое заболевание лимфоидного кольца глотки, которое включает в себя нёбные миндалины, глоточные миндалины, язычные миндалины, боковые миндалины. Это все окружает глотку и препятствует проникновению различных микробов, вирусов, грибов в организм. Значит, если ребенок болеет где-то 2-3 раза в год ангинами, настоящими ангинами, это уже можно считать, что это хронический тонзиллит. Кроме того, можно сделать лабораторные анализы. Это маркеры хронического воспаления, цирреактивный белок, острептолизин. Если они повышены, это тоже может прописываться как хронический тонзиллит. Увеличение лимфатических узлов постоянно, переднешейных или угловых. И потом местные признаки хронического тонзиллита. Это при надавливании шпателя на миндалины из лакун, это щели в миндалинах, выделение жидкого гноя. Это патогомоничный признак для уже постановки диагноза – хронический тонзиллит. Хронический тонзиллит по классификации бывает двух форм. Ну, есть три формы, но мы пользуемся двумя формами. Это компенсированный тонзиллит, когда миндалины еще выполняют свою иммунную функцию. И декомпенсированный, когда миндалины уже своей иммунной защиты не располагают, а превращаются в фактор агрессии собственного организма. Какие? Да. Ну, для компенсированного тонзиллита это только ангины бывают и нет осложнений со стороны систем других и органов. То есть не болит сердце, не болят суставы, нет нервных тиков, мочеполовая система здоровая. Тогда это компенсированная форма, и эта компенсированная форма во всех наших, как говорится, протоколах лечится консервативно. Я хочу сказать, что консенсуса по хроническому тонзиллиту у нас до сих пор нет, поэтому каждый, наверное, есть протоколы лечения хронического тонзиллита, но удалять, не удалять, это решает только врач и родители, потому что на родителей ответственны за здоровье своего ребенка, так как они его знают, лелеют и так конечно далее. Конечно же. Но рекомендации все-таки врачи делают? И в каких случаях вот рекомендовано 100% удаление? Ну, если так грубо сказать, что хронический декомпенсированный тонзиллит, раньше, лет 10 назад, мы считали, что это оперативный случай. Однозначно. Было однозначно когда-то. Сейчас уже другое, учитывая значащую роль
миндалин формированием у детей иммунитета, мы можем предложить консервативное лечение, и при неэффективности которого в течение года, может полтора, а может полгода, если нет эффекта, тогда уже нам приходится оперировать. Если есть осложнения, я же говорю, это заболевания сердца различные, заболевания мочеполовой системы, заболевания нервной системы, артралгии, боли в суставах, длительный субфебрилитет, явление интоксикации. Серьезные осложнения, конечно же, есть о чем подумать родителям, потому что очень четко надо взвесить все за и против. Давайте поговорим о профилактике. Как же не допустить, собственно говоря, и заболевания, и хроническую, тем более его форму? В каких формах это все нужно проводить? Ну, профилактик, по-моему, и для хронического тонзиллита, и для острого, и для заболеваний верхних дыхательных путей примерно одинаково. В первую очередь, если родители планируют иметь детей, профилактика начинается с родителей. Мама, если у нее есть хронический тонзиллит, он операбелен, надо оперировать. Кариес, лечить кариес. Хронический гайморит, лечить хронический гайморит. Так самый, как и отец. Мы заметили такую странность. Вот к нам приходят дети с искривлением носовой перегородки и затруднением носового дыхания. А для человека, ну, очень важно нормальное носовое дыхание. Мы делаем операции и выясняем, что 96% это генетически обусловлено. Ни травмы, ничего. Родители говорят: доктор, а как же так? У нас никаких травм. Смотрим родителей. У родителей искривление носовой перегородки. Врожденная форма. У родителей уже можно быть приобретенным, но они уже передали вот эту патологию своим детям. Поэтому начинается с беременности. Дальше идет что? Скармливание ребенка. Я уже буду говорить как педиатр, потому что я педиатрический факультет заканчивал. Кормление грудью всегда и всюду. До 6 месяцев обязательно. Правильно вводить прикорм после 6 месяцев. Гуляние на свежем воздухе почаще. Создать эмоциональный хороший фон для ребенка. Если ребенок болеет, обращаться к сразу же к врачам, не заниматься самолечением. Если ребенок заболел, обязательно его изолировать от других детей. Научить ребенка правилам гигиены, начиная с родителей и себя. Вот правило мытья рук. Ну, не зря когда-то нам сказали Всемирной организации здравоохранения, что украинцы не умеют мыть руки. Не приучены, не, да? Приучены просто. Но это очень, ну, просто. Ну, куда ни возьмись, на руках имеется полно микробов, вирусов. Поэтому руки, нос, руки, глаз, руки, рот. Вот. Прекратить эту цепочку, и сразу будет легче. Я своим рекомендую после посещения школы или детского сада, кроме того, что вы помыли руки, умыться хорошо с мылом и промыть физиологическим раствором нос, то есть пазухи. Уменьшается нос, всего-навсего нос. Мы уменьшаем концентрацию тех вирусов, которые осели на слизистой. Меньше концентрации вирусов, меньше заболеваемости. Конечно же. Николай Сергеевич, вот прописные истины говорите, правда? Ведь знают же многие о том, что вы говорите, с детства нас воспитывали и приучали, но в какой-то степени где-то происходит сбой, где-то забываем, где-то не обращаем внимания, и в итоге вот приходим к болезни. Это простые вещи. Простые, совершенно. Если уже стоит вопрос, куда лучше обращаться? Мы сегодня неоднократно говорили о вреде самолечения. Каким специалистам? Где у нас центры и непосредственно вы какой представляете? Ну, поскольку я заведую отделением, которое является практически единственным в области по оказанию отложной и плановой помощи заболеваниям уха, горла, носа, я хочу, пользуясь случаем, обратиться к родителям, особенно проживающим в сельской местности. В некоторых районах нет лор-врача, в некоторых районах очень мало врачей-педиатров. Ну, вот такая ситуация. Поэтому не занимайтесь самолечением. Если у вас случилось заболевание уха, горла, носа у вашего ребенка, берите карантинную справку у вашего фельдшера, который есть, или у вашего врача участковой больницы,
и приезжаете, минуя буквально даже центральную районную больницу, областную детскую больницу Николаевская 21. Там вас примут обязательно. Посмотрят. Если надо, будет госпитализация обязательно для детей, проживающих в сельской местности, и будет надана квалифицированная консультация по лечению вашего ребенка. Ну, это и касается жителей областного центра. Конечно же. Николай Сергеевич, спасибо большое за сегодняшний визит, за бесконечное количество полезной информации. Мы желаем вам крепкого здоровья, спасибо. Вашим пациентам. Приходите обязательно к нам еще. Спасибо большое. Спасибо. И вы будьте здоровы всем. Шановні друзі, підходить до завершення. Програма «Це вас хвилює». Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто був з нами. Міцного вам здоров'я і залишайтеся надалі на хвилі телеканалу «Миколаїв».